Вот так весело. Вторая Малгобекская школа открывает первый региональный чемпионат по электронике. Участвуют в нем 17 школьников из различных учебных заведений региона. Успеха ребятам желают педсостав и приглашенные гости. Я думаю, это действительно важное мероприятие для нашей республики. Я очень рад, что сегодня вот первое такое мероприятие проводится в нашем городе Малгобек. Желаю вам больших успехов. Я думаю, что ребята, которые обучаются и в нашей Малгобекской школе, и по всей нашей республике, будут достойно представлять нашу республику и в дальнейшем. Торжественная часть позади. Участников распределили по местам. Впереди у них 6 заданий по схемотехнике. Время на сдачу 2,5 часа. Погрузившись в уютную тишину, ребята приступают к первому заданию. Задание, где светофор должен мигать. Сначала светиться 5 секунд, а не светиться секунду. Чем дальше идут задания, тем сложнее они становятся. Сейчас я делаю задание мигалкой. Светодиод должен половину секунды светиться, половину секунды не светиться. Я надеюсь, конечно, на свою победу, как и все. Создать елочную гирлянду, запрограммировать 3 светодиода для светофора, собрать подъемный кран. Последнее, самое сложное задание – сделать небольшой микрокомпьютер, который показывает введенный текст на экран. Все необходимые микросхемы и техника в наличии. Оценивает ребят жюри из преподавателей и экспертов в IT-технологиях. Оцениваться будет не только то, как они это сделали, но и так, насколько эстетично они собрали эту схему. То есть расположение проводов, насколько правильно они подобраны, расположение элементов, чтобы все было красиво, все четко работало и был соответствующий код, который понятен обычному человеку, то есть они будут этот код комментировать. Организатор чемпионата «Вторая Малгобекская школа» совместно с Минобром региона. Интеллектуальные соревнования по электронике проходят в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка». В рамках этого проекта в школы региона приобретено высокотехнологичное оборудование для детей. Укомплектованы кабинеты и организован процесс в системе доп. Образования. Этот проект дает возможность школьникам развить свои навыки в области программирования, электросхемотехники, 3D-моделирования, робототехники. Ну а цель самого чемпионата – проверка знаний юных участников. Это направление является одним из базовых, ключевых, потому что он включает в себя как основу программирования, так и основу схемотехники. И нам кажется, что вот такие мероприятия, сегодня у нас принимающая сторона, это школа номер 2 города Малгобек, станут большим вкладом, весомым в дело формирования технологической инфраструктуры, технической элиты нашей республики. И мне кажется, что у нас получится. Победители наградят грамотами и призами. А сам чемпионат планируют проводить на постоянной основе. Дана Плиева, Магомед Дидиков, Новости 24.